вам меня не остановить! Я вас всех уничтожу! Ура! Крыса! Ненавижу ебаных крыс! Ты умрешь первой! Не с места, гуль! Ты будешь следующей моей жертвой! Умри! Моя первая деревня! Здесь я продам все свои вещи! Вперед! Приветствую тебя, путешественник! Ну да ебать нахуй я путешественник! И я пришел в эту деревню, чтобы получить новый квест! Ну молодец, удачи тебе с этим! В каком это нахуй смысле удачи? Я думал, ты квестодатель! Не, я просто лечебные травы продаю. Так может, тебе нужно насобирать травы там? Да не, я сам справляюсь. А телохранитель не нужен? В городе небезопасно. Не, я как-то 60 лет и так прожил. Тебе может просто моя рожа противна? Возможно. Ладно, это справедливо. Чё, вообще работы нету? Ну, у меня работы для тебя нету. Может, у маршала найдется. Маршал? А кто это такой, этот маршал? Охранник местной канализации. Как-как-как канализации? Вот этот маршал. Ох ты ж, блять. То есть ты хочешь сказать, что маршал это ёбаная крыса? Не ёбаная, но крыса. Что ты имеешь против? Слушай, если тебе не нравятся крысы, так и скажи. Бля, если они узнают, что я ёбнул их крысу, то моей репутации пиздец. Что? Кого ты ёбнул? Ну я ж путешественник, я много кого ёбнул. О, у маршала как раз есть задание на убийство. Если пойдешь к нему, то передавай привет от меня. Слушай, дед, у меня... плохие новости. Касаемо маршала. Плохая новость. В этих местах не бывает плохих новостей. Встретил я вашего маршала, и кто-то зарезал его и сделал из него шашлык. Чего? Нет. Маршал. Нет. Как же так, маршал? Ты такой был хороший крысой, маршал. Господи Иисусе, за что? Блядь. Как так? Ты видел, кто это сделал? Бля, честно, в душе не ебу. Может, у вас убийца тут завелся? Ну как так-то? Нет, я, наверное, поищу где-нибудь квесты в другом месте, хорошо? Ты главное это, не нервничай. Не надо. Погоди, благодарность за то, что ты нашел тело маршала. Можешь пойти к моему сыну, он раздает тоже квест. Хорошо, и где твой сын и как он выглядит? У него редкое заболевание кожи. Он выглядит как гуль. Его ни с кем не перепутаешь. Выглядит как гуль, говоришь, да? Ну тогда для тебя у меня еще одна плохая новость. Еще одна? Пиздец. В общем... бля. Ох, маршал. Ну ёбана. В этот раз я реально проебался. Маршал был таким пушистым. Таким глазастым. Как, за что с ним так? Скажи мне, за что?